Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы с вами рассмотрим очень актуальную на сегодняшний день тему. Это установка офлайн-редактора Scratch 2.0 на свой компьютер. Дело в том, что с января 2019 года на официальном сайте Scratch появилась новая версия Scratch 3.0. И его тоже можно устанавливать на свой компьютер для того, чтобы работать без сети. Но, к сожалению, Scratch 3.0 требует уже наличия на компьютере Windows 10, который на старых компьютерах, возможно, еще не на всех установлен. Да и не на всех он хорошо работает. Поэтому мы можем продолжать программировать игры Scratch 2.0. А игры, созданные Scratch 2.0, в принципе, достаточно хорошо интегрируются на свой сайт. То есть можно, в принципе, загрузить на сайт игру, созданную в Scratch 2.0. Итак, мы сейчас займемся установкой, зайдем на сайт и быстро разберемся вместе. Итак, мы на главной странице сайта Scratch, и здесь мы можем сразу начать создавать, то есть работать в режиме онлайн. Но, как я уже сказала, в режиме онлайн, возможно, кому-то это не очень удобно, и плюс здесь Scratch 3.0, а может быть кто-то привык к Scratch 2.0. Поэтому мы вернемся обратно на главную страницу и найдем, как установить и откуда скачать Scratch 2.0. А для того, чтобы это сделать, нам нужно пролистать страницу вниз и найти раздел «Поддержка» и в нем ссылочку такую «Не сетевой редактор». То есть тот редактор, который будет работать офлайн без наличия сети. И вот здесь уже написан офлайн редактор. Офлайн редактор, не сетевой редактор, это одно и то же. Просто такой перевод с английского на русский. И вот мы видим, что мы можем скачать Scratch Desktop, так называемый, но это будет Scratch 3.0. Вот по картинке мы тоже видим. И здесь тоже написано, что требование у него наличие Windows 10, ну, любой версии и выше. Что же нам делать, если нас это не устраивает? Мы возьмем и пролистаем эту страничку немножко ниже, и здесь написано «Ранние версии». И теперь мы можем загрузить даже Scratch 1.4, с которым тоже некоторые работают, но Scratch 2.0 лично мне нравится, ну, просто потому что я начала с него, и, в общем, он самый современный. Переходим на эту страничку. Итак, здесь мы видим, что нам нужно скачать Adobe Air, потом скачать сам редактор, и еще можно вспомогательные материалы какие-то загрузить. Но вспомогательные материалы загружать не будем, их просто можно скачать и распаковать. А скачаем сначала для Windows Adobe Air, потом для Windows установочную программу для Scratch 2.0. Итак, нажимаем на кнопку «Скачать». Нас перебрасывает на страничку Adobe. В принципе, это нормально. И здесь мы нажимаем «Загрузить сейчас». Мы немножко подождали, теперь нам нужно нажать «Сохранить файл» и указать путь, куда этот файл будет сохранен. У меня открывается окно проводника, и я нахожу свою папку, в которую я, в принципе, все устанавливаю. Точнее, загружаю все, что нужно для установки. У меня используется браузер Mozilla, но, в принципе, во многих браузерах есть специальная иконочка, показывает статус загрузки. Если у вас Google Chrome, то этот статус загрузки здесь внизу. Мы нажимаем на эту кнопочку и открываем папку. После того, как она открылась, у нас сразу появляется тот файл, который нужно запустить для того, чтобы установить Adobe Air. Кликаем по нему двойным кликом. Дальше нам необходимо согласиться с лицензионным соглашением. В принципе, можно его прочитать, но это свободное программное обеспечение. Здесь сказано, что мы не будем его продавать, как-то нарушать какие-то еще вещи. Нажимаем «Я принимаю». И теперь у нас остается необходимость подождать, пока произойдет установка. Вот все готово. Приложение Adobe Air успешно установлено. Нажимаем «Готово». И, в принципе, мы можем сейчас вернуться назад на сайт Scratch. Таким вот образом. И теперь скачать офлайн-редактор. Аналогично нажимаем на кнопку «Скачать», точнее на ссылку «Сохранить файл», указываем путь куда. И, в принципе, скачивание происходит достаточно быстро. Мы даже можем сразу открыть файл, то есть кликнуть по вот этой вот иконочке. И у нас появится окошко, в котором, собственно, будет происходить загрузка. Вот так выглядит это окошко. Здесь мы можем выбрать путь,
куда мы будем устанавливать. Можем оставить вот эти галочки, добавить ярлык на рабочий стол, то есть у нас появится иконка Scratch на рабочем столе, и даже сразу запустить приложение после установки. Я вот этот флажок уберу, мне он не нужен, и здесь укажу местоположение установки. Другое, у меня будет Scratch стоять в специальной папке, которая для программ, и эта папка у меня на диске D. Поскольку диск C я отвожу под систему, поэтому я выбираю диск D и Programs, выбор папки. Так, что-то он тут... А, вот, все загрузил. Ну, вот иногда ему приходится подождать. Нажимаем «Продолжить». И теперь тоже ждем. У нас могут мигать какие-то окошки. Ничего не надо нажимать, если мы хотим все установить. Все, установка завершена. Если интернет у вас чуть-чуть помедленнее, возможно, это будет происходить немножко медленнее. Нажимаем «Готово». И теперь на рабочем столе мы сможем найти Scratch. Вот иконка, ярлычок для запуска Scratch. У меня еще картинка такая попалась, как будто Scratch идет куда-то отдыхать, да? Теперь мы можем кликнуть по этой иконочке для того, чтобы запустить офлайн-редактор Scratch 2.0. Вот наш первый запуск. Здесь Scratch нам сообщает о том, что старается следить за тем, как пользователи его используют, для того, чтобы делать программу еще лучше и качественнее. И предлагают всем пользователям позволить системе автоматически отправлять некую системную информацию о Scratch команде разработчиков. Давай интересно, просто нажмем, посмотрим, что будет. Ну вот, собственно, Scratch наш загрузился. Мы можем начать работу, к примеру, вот уже выполнять какие-то команды. Если английский язык для нас сложен, напоминаю, можно нажать на земной шар и здесь выбрать русский. Просто я веду мышку вниз, и вот у нас русский. Ну, просто внимательно следить. В принципе, если мы долистаем до самого низа, то снизу вверх вот наш русский. И теперь все будет по-русски. Поздравляю, мы установили Scratch 2.0, в котором можно создавать свои игры по-прежнему, так же, как это было до начала 2019 года на сайте Scratch. Я желаю всем творческих успехов и до встречи в наших уроках. Подписывайтесь на канал iElite, на котором очень много уроков именно по Scratch 2.0. Но уточню, что в принципе все эти уроки, они годятся и для Scratch 3.0. И в скором времени мы поговорим о том, чем Scratch 3.0 отличается от Scratch 2.0. Следите за объявлениями и за эфирами. Всем всего доброго!